Так, друзья, всем привет! Видео у нас будет интересное, потому что на обзоре C11, который, в принципе, полностью одинаковый с Борнером C11, вот, но заявленная скорость у них полностью не соответствует. То есть здесь 146 метров в секунду, там 110. Поэтому, как говорит Кроссман, пистолет поэтому дороже. Вот. Сейчас мы в этом убедимся. Мне самому, если честно, очень интересно. Так, баллон туда положил. Приготовим баллончики сразу. Шарики здесь. Так, все отлично. Пистолет. Что скажу о пистолете? Он пластиковый. Основа металла, естественно, потому что он бы не стрелял, если он еще внутри был пластиковый. Все элементы у него, так сказать, декоративные. Спусковой у него тоже пластиковый. Предохранитель есть, предохранительного взвода нету. Ну, такой дешевый пистолет, который, в принципе, так пострелять, повеселиться. В коллекцию он, конечно, нафиг такой нужен. А для стрельбы вообще, в принципе, нормально. Очень легкий, компактный. По банкам побомбить. Да и в машину бросить, почему бы нет. Итак, давайте его зарядим. Самое интересное. Проверить 146 метров в секунду. Я не знаю, не встречал пистолеты такого типа, которые дают такую скорость выстрела. Ну, 120, ну, 130, ну, никак не 146. Так. Убиваем крышку. Крышка. Как-то она у меня криво оделась. Видите, это не плюс для пистолета. Может быть, конечно, у меня руки кривые. Все, ладно, одели. Давайте зарядим. Так. По зарядке. Ну, я эти обоймы знаю, если отпустить бегунок, они все вылетят. Поэтому давайте 6 шариков зарядим. Если он, конечно, сейчас выдаст такую скорость, это будет что-то. Это будет что-то. То есть маленький бандит делает очень многих. Итак, берем хронометр. Сейчас будет глушить часть звуков, вы не будете меня слышать, но я потом покажу вам все это в камеру, что получилось в итоге. Так, предохранитель. Ошибка замера была. 129. 130. Ошибка. 129. Ошибка. Ну, что я видел? Честно говоря, ну, это, конечно, вранье, то, что пишут на канале. Но такую скорость, я вам скажу, за такие деньги не выдает никакой пистолет. 130 метров в секунду, то есть там было 129, 130, 129, 8, то есть, ну, 130 метров в секунду. Ну, честно говоря, обалденно для такого пистолета, то есть, в принципе, неожиданно, то, что, ну, выдает. То есть, это, в принципе, его фишка, поэтому он и стоит дороже, чем Борнер C11 на энную сумму. Вот, поэтому вы все видели своими глазами. Вот такой вот маленький, пластиковый, выдает такую скорость. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание, друзья. С вами был интернет-магазин pneumat24.ru. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и будете получать полезные видеообзоры. На этом у меня все. Всего вам доброго.